третья школа, 10 класс, 97 года рождения. А это твое первое соревнование, в котором ты участвуешь в рамках проекта «Стиль жизни»? Нет, каждое соревнование участвует в футбол, волейбол, плавание, ну вот, здесь на природе. Как сегодня проходит? Оно интересно, сложно, легко? Как, ну так, какая интересно. Команда? Ну интересно, у нас команда дружная. У каждого сомневался друг в друге. Мы показали, что мы будем. Но вы готовились перед соревнованием? Ну, да, сходили один раз. Показали. А раньше занимались туризмом? Нет, занимались первый раз. После таких соревнований возникает желание? Да. Чаще ходить в походы? Да. Какое общее впечатление о всей программе? Стоит ее продолжать для других тех классов? Да, очень хорошая программа, стремящаяся. Как думаешь, для кого-нибудь из вашего класса участие в программе «Стиль жизни» повлияло как-то положительно на его отношение к здоровому образу жизни? Ну да, многие перестали курить, пить, здоровье, бегать по утрам, на физру ходить. Ну а твое личное отношение? Ну да, поменялось много чего. Подумал о жизни, о себе. Какие соревнования понравились больше всего в рамках программы? Ну, футбол, лазермикс, плавание, ну все хорошо. А то, что команды смешанные во всех соревнованиях, это как думаешь, ну, плохо или хорошо? Нет, хорошо, сближает. То есть класс стал за целый год подружнее, чем да. Был до того как? Девочкам стали получше относиться. Так, стоп, я вот...